Привет. Чё, как дела у тебя?
О, привет! А вот и ты. Так давно тебя здесь не было. Мы уже все соскучились. Сегодня наш поэт выступает. Сейчас уже все начнется. Провожаю последние дни. Листья на улице чужого города. Сосед всю ночь брехал. Какую красивую жизнь ты мне дал. По улице волочатся ангелы с колясками. Ветер колышет их сердце. У девочек глаза совсем не такие, как у мальчиков. В их бесконечной глубине, в их скребущей душу семье, я вижу только осень, душа. Я так рад тебя видеть, рад, что ты пришел. Где купим сигарету? Знаешь, я ненавижу свою жизнь.
Я тут подумала, ты знаешь разницу между бессилием и беспомощностью? Нет. А в чем разница между беспомощностью и отчаянием? Я не знаю. Как ты думаешь, все в этом мире приходит к концу? Ну, конечно же. Очень на это надеюсь. Я тоже. Нам ведь уже нечего терять, правда? Боюсь, что да. Куда? Домой? И что ты там будешь делать? Дома? Жарить картошку с колбасой? Пить водку в 3 часа ночи? А потом что? У тебя вообще есть работа? Или ты никогда ничего не делаешь? Когда тебе понадобятся деньги, куда ты пойдешь? Я вот работаю таксистом уже 10 лет. Я езжу по своим маршрутам с утра до ночи, всюду, где хочу. Иногда по несколько дней подряд. Я не помню, когда я начал работать таксистом. Просто так получилось. Вот и все. Я это делаю, и все. Ничего другого у меня нет. Посмотри вокруг. Повсюду одно и то же. Мы все пустые и безжизненные. Боимся смотреть правде в глаза. Мы все очень устали. Очень устали. Все постоянно хотят развеяться, танцевать где-то всю ночь, а дома зализывать раны. Такая жизнь не может длиться вечно. Пора очнуться, пора кому-то себя проявить. Правда, не знаю, кому и как.
это будет не твоя роль. Ты хочешь спать? Пожалуйста, спи. Я тебе не мешаю. Спи.